НТВ представляет. Всем привет, ребятушечки! Меня зовут Устин, и вы на канале Устин ТВ. Ну, а у нас с Устином немножко необычная обстановка для видео, потому что мы сейчас не в Минске, а в Барановичах, да. И мы сегодня приобрели такого какого-то интересного героя, на которого мы копили с Устином наклейки. И, наконец-таки, накопили. И сегодня приобрели такого вот дракона, который находится вот в таком вот яйце. Вы видите, здесь 4 дракончика. Один огнедых, это точно. Мы немножко вам расскажем предысторию попозже. Ну и 3 дракона, мы забыли, как они называются, да, Устин? Угу. Ну, может, открывая это яйцо драконье, мы узнаем. Такая акция проходит в магазине. Корона. Корона, да. И там вот такие вот стоят колбочки, яйца с динозавриками. Но мы вам подскажем один секрет, как говорится, лайфхак. Как найти нужного дракона, которого вы хотите. Тут у нас есть немножко такое отверстие, куда можно подсмотреть и увидеть, какого дракона вы хотите. Вот видите, Устин хотел огнедыха. Это такой красный дракон с желтыми ушками, оранжевыми крыльями. С этой стороны он тоже есть, но это как бы с мультика, наверное. Вот, и мы с Устином подошли к магазину. Пока никто не видит, я так немножко отодвинул и увидел, что там красные крылышки, оранжевые, вернее, с черными пятнышками. А такой только у нашего огнедыха. Ну, он и весь красный. Да, и вот и мы взяли это яйцо. Надеемся, что я не ошибся, и там на самом деле огнедых. Ну, если кто-то другой, то... Да, то ничего страшного, если придется кто-то другой. Но мы уверены с Устином почти, что на 100%, 99,9%, что там огнедых. Ну что, будем открывать, Устин? Да, погнали! Ну давай, отклеивай, Устин, открывай, только не спеши. Ну конечно. Потому что тут, опа, какая-то карта. Доставай. Кто это? Карта с драконом каким-то синим. И тут камень его нарисован. Мистория написана. Так, давай открываем дальше. А вон красный виднеется. Так. Тут надо... Хотя можно так уже распаковать. Ну давай, только сильно не рви. Давай поаккуратненькому с тобой отклеим. Так, я тебе тут помогу с этой стороны. Опа. Ну, получается у тебя там или нет? Да, вот это. Давай, тяни. Опа! Смотрите, ребята! Здесь у нас какая-то карта, ее надо будет вырезать аккуратно. И потом здесь как-то в нее играть. Только интересно, это как? Правильно перевернул я. Тут у нас драконы, огнедых, где вот наш огнедых, которого мы надеемся достать из яйца. Ну ладно, потом разберемся. Давай открывай дальше, что у нас тут. Опа, еще одна какая-то карта. Это, наверное, для игры. О, вот он. Ага, там нарисован, да. Какой-то еще дракон. Тут у нас магические камни, наверное, этих драконов. С этой стороны еще какая-то карта у нас. Доставай, Устин. Ну, как пчела какая-то, дракон-пчела. Да. Ага, так, тяни давай за эту веревочку, бумажку. Ну, не так сильно, вот ты рвешь прямо. Потихоньку, вон же все есть у него. Случайно просто. Давай, тяни за эту тоже. Да, Устин, конечно, клёма. Опа! А вот и из яйца наш герой. Огнедых, какой красивый, смотрите, у него золотые крылья. Да. Ну, глаза такие добренькие, говорит, спасибо, Устин. Привет, огнедых. Что достали? Что достали меня из магазина корона? Привет. Так,
Вот красивый дракончик. Такие крылышки. Хвостик такой какой-то у Чармандера. Из мультика, как их я уже забыл. Чармандер? Да, покемоны, а, да, да, такой же был. Дракон. Так, пока держи, я посмотрю яйцо, в котором он сидел. Вот такое вот яйцо. Ага, я потом собираю какой-то кристалл. Сейчас мы его соберем. Так, я вот собрал, смотрите, вернее не собрал, а распаковал эти бумажки, отцепил от нашего яйца, как мы думали. А вон потом собираешь и глазом смотришь, наверное, сюда. Я пока не пойму, что это. Ладно, сейчас мы с этим разберемся. Ну вот, что у нас получилось. Пока только я не знаю, что это. Какой-то кристалл. И вот для чего-то эта красная штучка. Здесь нарисован глазом, смотреть на него. А для чего, мы пока не можем понять. Если вы знаете, пишите в комментариях обязательно, если YouTube нам не закроет их, потому что на некоторых видео он их закрывает. Вот, ладно, такой пока кристалл у нас получился. На этом мое видео подошло к концу. А кому понравилось, ставьте лайк. Забудьте подписаться на мой канал, чтобы ничего не пропустить. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Бум! Пока-пока, ребятки.